Что со мной такое? Я просто не могу пройти! Я просто не могу пройти ничего! Ну это же не ты там лапками перебираешь и забираешься на платформу. Вообще-то я лапками еще как перебираюсь. Так близко от светяшки ты не представляешь. Нет, да нет, я же отошла! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и как вы видите, я тут с Йоши, и я немножечко по форме одета, потому что на этом аккаунте у меня нет ничего. Привет, Йоши! Привет, да, еще и руки нет, как бы я вот заметил. Да, это старая история, я давно ее потеряла, я тебе как-нибудь потом расскажу. А еще у тебя здесь нулевой уровень в таваре. Да, вот в том-то и дело, нулевой уровень, и я сейчас буду пытаться это исправить. Да, надо. Да, ребят. Я думаю, те, кто смотрел мое предыдущее видео, знают, что как бы у меня, скорее всего, украли аккаунт мой в Роблоксе, поэтому мне приходится теперь играть то с аккаунта Йоши, то с моего вот второго аккаунта, который у меня агентский и секретный, ну, не такой уж и секретный. Что-то он не секретный, по-моему. Да, Йоши. Но, в общем, кстати, Йоша, говоря о том, что я играла с твоего аккаунта, а ты вообще заметил что-нибудь там новенькое? Ну, уточек немножечко, уточек, спасибо большое за уточки, да. То есть все-таки, вот ты только когда я тебе сказала, ты это заметил, да? Потому что там у тебя было почти 1000 уточек, я тебе заработала, между прочим. Спасибо, спасибо большое, очень приятно, что мне зарабатывают уточки, что, да, в общем, стонгс. Ага, ну хорошо, пожалуйста. В общем, ребят, пока что ничего еще не изменилось, мне поддержка все так же отвечает непонятными фразами, и я так понимаю, что... А поддержка, в принципе, так работает, знаешь? Я вообще не люблю с этими людьми связываться, потому что чаще всего они все делают на отвали, то есть, типа, знаешь, они просто отвечают так, чтобы ты перестал им писать, и типа, о, ну все, он мне не пишет, значит, я выполнил свою работу, да, значит, я работаю хорошо, я красавец. Да, ну, в общем, мало того, что сложно писать им на английском, это уже, знаешь, такая небольшая... О, Йоши, ты куда? Это случайность, а ведь это был уже почти финиш, я, похоже, не успею дойти до конца. А, это почти финиш, так, я сейчас попытаюсь дойти хоть куда-нибудь, так. Главное, не ошибайся. Ёша, у меня перестали ездить эти штучки по кругу. Как это? Как и так? Ну нет, вот, едет. Едет, приехала. Они, а, нет, там их просто 3 штуки, если что. Да я знаю, я их ждать долго, и в итоге я развалилась. Я, кстати, даже не заметила, куда моя вот эта роботская рука делась. Ну, ладно, не важно. В общем, да, ребят, не очень приятно до сих пор. А еще знаете что? Скорее всего, я пропущу ивент в Adopt Me. Нет! Вот, скорее всего. Как это? Даже я каждый день копаю. Слушай, ты чё? Ну, я, скорее всего, не успею всех выкопать, потому что я очень сомневаюсь, что мне быстро отдадут. Знаешь, Ёж, я написала, что это мой аккаунт, и как бы дала им ссылку на канал, написала с почты, которая привязана на канале, но они даже не посмотрели мой канал. О, осуждаю. Они даже, понимаешь, у меня там видео с 2017 года, как я играю на этом аккаунте, и это я пишу сильно. С аккаунта, который добавлен в описание канала, у меня больше 1 000 000 подписчиков, а они такие, не подходит. Не, наверное, это не фейк какой-то, по-моему, это какой-то фейк. Это очень обидно, на самом деле. Кстати, насчет ивента, ой, время добавили просто на последних секундах, а я уже расслабился, я специально даже умер. Я тоже! Ой, короче, пока. А можно было попробовать пройти? Ну да, ну можно и сейчас попробовать, на самом-то деле. Так вот, насчет Adopt Me, там можно выкапывать даже если ты пропустил день, то есть тебе дают тогда выкопать просто за прошлый день, вот и все. То есть, грубо говоря... Да, Ёша, но главное, чтобы мне вернули до тех пор, пока этот ивент не закончится. Ну, я думаю, все-таки они посмотрят твой канал, они поймут, что ты снимаешь классные видео. Ой, и спасибо. вернут тебе аккаунт. Спасибо, ну... А иначе буду осуждать их. Да, в общем, да, кстати, еще небольшой совет для тех, кто там общается с поддержкой. Естественно, это все нужно делать на английском, потому что они даже, мне кажется, не будут разбираться. Да, если вы напишите им на русском языке, я сразу писала на английском, поэтому мне ответили аж через сутки. Спасибо. Ого. Большое. Очень полезно. Нормально так, слушай. Да. А еще я тут подумала, Ёж, раз я здесь в башне с нулевым уровнем, я хочу поставить такой вот челлендж себе, как быстро можно и до какого уровня можно прокачаться с нулевого, вот так просто зайдя в башню и сразу начать прыгать, ну вот примерно как я умею. Они поймут, что я вот сейчас умею
успею прыгать, сейчас башня закончится, они дадут мне, не знаю, первый уровень или сразу там какой-нибудь третий хотя бы. Слушай, по-моему, за каждое прохождение башни тебе дают определенное количество опыта. Иными словами, допустим, если на первый уровень требуется там, пускай, не знаю, 200 опыта, а за прохождение башни дается 300 опыта, ну, условно, опять же, ага, то у тебя будет больше первого уровня. Однако, например, на то, чтобы взять 35 уровень, нужно, ну, к примеру, там, ну, 10 тысяч опыта. Соответственно, считай, сколько нужно пройти товаров. То есть, я думаю, это зависит вот от этого. Да. Ну, смотри, мы уже прошли. Я не прошла целую башню, я прошла часть башни, но мне дали чуть меньше половины от уровня. То есть, я не... А, да, ладно, зачем, я светяшку-то прыгнула. В общем, давайте поставим... Ты же первого уровня, тебе еще можно. Да, спасибо. Ты еще такая молодая, неопытная. Спасибо, спасибо. В общем, я думаю, что сейчас я попробую максимально прокачаться, и мы узнаем, сколько... Или не узнаем, потому что я опять падаю, ёжи. Не знаю, почему так происходит, но давай попробуем все-таки это пройти. Ой, а тут еще и неприятный уровень, я так его не люблю на самом-то деле. Нет, ладно, я к нему нормально отношусь, это больше его Ева не любит, а я к нему, в принципе, нормально отношусь. Да, я еще не дошла до него, я еще первый даже не прошла. Еще... Ах ты наглец, он меня обманул, какой кошмар. Вот это да, так, а какой это был уровень? Короче, это тот, где исчезают вот эти платформы. А какого он цвета? И ты должен, ну, синенький, там по кругу появляются эти платформы, а потом они также исчезают. Я поняла. Да, я тоже его не очень люблю, но недавно я его даже проходила. Если я его сейчас пройду, я думаю, это будет прикольно. Кстати, у меня всего 46 уточек. Я просто сейчас подумала, ой, так у меня же 5000 уточек на аккаунте, я ж могу купить. А потом поняла, что не могу. А потом не можешь. Не могу я ничего купить. Так, ладно, вот он этот уровень, я вижу, я его проходила, но я не уверена, что я смогу это сделать сейчас. Я подожду еще кружочек. Да сможешь. Я подожду еще кружочек, сейчас он придет снова. Я соберусь силами и запрыгну, и пойду прыгать. Нет! Рукой задела! По-моему, рукой. Хотя, вроде, руки в Роблоксе не должны как-то работать со светяшками. Вот, кстати, Ёша, мне всегда еще было интересно, вот твой персонаж, он немножко пошире моего, а как это происходит? Мы же должны, получается, касаться в одном и том же месте, значит. Где именно? Что? Ну, вот смотри, перед тобой светяшка, или даже не так, сбоку от тебя светяшка, и сбоку от меня светяшка. И чтоб все было честно, не должно же учитываться вот размер персонажа в ширину, так сказать. То есть, где я касаюсь светяшки, там и ты касаешься. Но где ты касаешься, вот как бы вот твой персонаж вот уже начинается. И светяшка там тоже, надеюсь, я понятно объясняю. Очень сложно. Ёжа, ну ты пошире. Но, в ширину. В принципе, я понял, о чем пошире. В ширину. Ну смотри, на самом-то деле, мне кажется, что тут честности особо не будет, потому что даже в каких-то стрелялках, если ты выбираешь женского персонажа, то противнику будет сложнее попасть в тебя. То есть это так работает. Подожди, а если, ну, я выберу вот Роблоксе женского персонажа, который там тоже есть, только он полностью квадратный. Ну, тогда тебе будет сложнее, по идее, играть. Вот это очень-очень интересно, ну, хотя это не точно, я не знаю, работает ли это так в Роблоксе. Я говорю, я знаю, это работает так в стрелялках некоторых. Да ладно, хотела прыгнуть вместе с тобой, чтобы сравнить, насколько мы там... различаемся по размеру, но меня светяшка перекончила. Да, видимо, не судьба мне сегодня проверить максимальный уровень, который я смогу получить. Скорее всего, это будет второй, а может и меньше. Да ладно. Потому что я заработала только 11 уточек. Ёши, я дошла до того вот этого уровня, который тебя обманывал. Я почти его прошла, но просто я слишком медленно передвигалась, и он исчез под моими ногами. Нет. То есть это была даже не светяшка. Обида. А меня тут фиолетовый выкидывает уже который раз, не знаю почему. В смысле фиолетовый, вот. Вот который, этот? Да, вот который вот этот. Ага, очень странно и подозрительно. Так, все, короче, не идет у меня что-то сегодня игра, вот с этими сложными уровнями, не очень приятненько. Ну хотя я обычно его прохожу. Так, сейчас я попробую пройти. А, нет, а теперь я шла быстрее. Я же не заметила, что она
еще не появилась. О, господи, а кто эти люди, кто дошел и ускорил? Они что, супертоверисты? Какие у них там уровни? У тебя самый высокий уровень. Товырулькины. Это точно. Супертоверулькины, как, так сказать, как мы уже договорились, условились в прошлых сериях. Ага, ага, ну со мной вроде не договаривались, ну ладно, хорошо. Как так? Ну, не помню. Это ты, это ты и спросила, как называть людей, которые хорошо проходят тавр? Ты что? Может, у меня вместе с аккаунтом часть памяти тоже собрали. Ничего себе, это так работает? Не очень классно. Не знаю, не знаю, но, по крайней мере, все мои предметы, уточки, опыт, питомцы, кстати, в Adopt Me, костяной дракон, привет, и остальные. Тоже пока что мне недоступны. Так, ну, давай хотя бы эту башню, Ёж, пройдем, а то уже как-то прям стыдно, мы вроде как столько проходили. Не солидно, да, не солидно, да, да. Я а согласен, теперь не можем согласен с тобой. Пройти. Это было красиво, и моя роботская рука тоже. В общем, ладно, ладно, я постараюсь. Я не знаю, что со мной произошло, видимо, я слишком нервничаю, Ёж. Из-за потерянного аккаунта, понятное дело. Ну да, я вот не знаю, а что бы ты делал, если бы вот у тебя в один момент просто исчезла возможность заходить в свой аккаунт, и булка бы осталась без присмотра? О-о-о, булка без присмотра, это шок вообще, не знаю. Теперь, я сначала хотел сказать, да, в принципе-то, вроде все нормально, можно создать новый, но булка без присмотра, ну просто у меня нет столько вещей, сколько есть у тебя, всяких, типа, там, драконы и прочее, живность прочая. Ну а 34-й уровень в таверне, Ёж. Да ладно, уровень ничего не значит, это нормально. Ну, не знаю. Что со мной такое? Я просто не могу пройти ничего. А, Ёши, можешь не принимать заявку, просто знай, ты добрый и красивый, и передай Бане, что она красивая. Баня, это Ланя? Подождите, я здесь. Нет, это... Нет, смотри. Баня, это не тебе ни в коем случае. Это Банни из Пигги. А, все, а то я уже перепугалась, что ребята меня не узнают и не понимают, типа, что я тут, хотя... Слушай, походу, они реально не узнали тебя. По-моему, да. О, боже. Ребят, это вообще-то я, это я, у меня просто немножко другого цвета мороженка, и как бы очень-очень грустно, в общем, я очень... Ладно, они тебя не слышат, ты можешь им написать. А, ну, да я даже не знаю, просто писать, что я Лана, они же скажут, что я фейк. Ну, тогда не пиши, лучше, да, ты права, лучше не писать. Кстати, я дошел. Ой, молодец, а я а сейчас где? Упаду, походу, на том же месте, где я всегда это... Как? Она же не должна была туда достать! Ёж, я к своему стыду получила только две удочки сейчас. Я играю прям как тот, у кого нулевой уровень. Вот прям вот нулевой. Слушай, может действительно уровень как-то психологически делает проще? Я вот вижу 34-й уровень, и я такой, а, ну в принципе, что это, тавр у вас? Да я сейчас, дайте мне полторы минуты, и я пройду. Да, это точно, но, видимо, я попробую вот сейчас я должна... Да, как? Да почему я перепрыгиваю? Да Ёж, да что это такое? Может, подальше камеру отдали? Я даже не знаю, но мне прям, ну, не нравится то, что происходит совершенно. Можно я хоть один раз тавер пройду сегодня? Пожалуйста, хватит мне уже нервов, потраченных на Роблок. Можно, я тебе разрешаю. Да, спасибо большое. Так, Тавр, ты слышал? Мне тут Ёши, король Тавра, между прочим, разрешил пройти, поэтому будь добр, пусти меня сейчас вот. Ой, слушай, а работает, по-моему? Я прошла то место, которое не могла пройти, и вот вроде как... Так, хорошо. Надо всегда теперь пользоваться вот таким вот лайфхаком, проходить Ёши, чтоб Ёши разрешал Тавру, чтобы он меня пропустил. Так, ты смотри, я даже... Ага, так, ну это вроде не самый страшный уровень, надо просто дождаться, когда сейчас вот эти вот штучки опустятся, и, в принципе, и использовать их. Вот, Ёши, я так близко от светяшки, ты не представляешь, так много. Нет, я отошла, она не изменит. Нет, а я хотел сказать, что близость к светяшке равна близости к нервному срыву. Это была правда. Тавр, ну ты чё, ну Ёж же разрешил, ну как так-то? Ну нормально же общались, Тавр, ну чё ты вот вообще? 11 уточек всего лишь, а Ёж он там прошел. Ёж, там же нормальные уровни, но они же не сложные. Нормальные, да, адекватные. Ну в том-то и дело, а почему я не могу это пройти? Может, роботская рука не приспособлена для того, чтобы я тут вот это Ну да, там же хвататься надо, а роботская рука, как известно, хватается
становится хуже. Ну да, определенно. Так, ну по крайней мере вот на этом месте я вот прошла. Так, Тавр, хорошо, спасибо. Ты мне дальше дашь пройти? Вот дальше, пожалуйста. Вот зеленый я поняла, ты мне разрешаешь уже, все, спасибо большое. А вот фиолетовый можно, Ёж разрешит Тавру, чтоб... Разрешаю. Так, ждем платформы. Девочка пошла проходить, молодец, наверняка у нее не нулевой уровень. Так, ладно, давайте-ка поедем вот на вот это. Я хочу на той, которая ниже, чтобы та, которая выше, быстрее дошла до светяшки, а я не дошла, понятно? Вот это хитрости. О, нормально. Так, Ёж, я пока что дальше. А разрешай, продолжай. Разрешаю, срочно разрешаю дальше. Проходи, ладно. А тут можно пройти? Ага, тут можно пройти. Я просто думала, у меня просто мороженка, я думала, что оно заденет, а оно не задело. Нормально, хорошо. Правильно, что прошла, а не прыгнула. Так, я на середине Тавра. Осталась минута. Я не знаю, успею я или нет, но я очень постараюсь. Так, здесь я проезжаю, а здесь надо перепрыгивать. А здесь я тоже проезжаю. Ага, все просто. Фух. Так, 25 уточек. Это уже не так стыдно, наверное. Это уже вкусненько, это уже нормально. Светяшка внизу, она меня пугает. Она явно не достает до вот того места, где я, но это не знаю. Нет! Все, Ёши, все. Ёши, я просто не дошла там, вот, где могла Лана. Дойти. И, короче, Тавр сегодня меня решил прикончить. Я не знаю, я не буду идти. Осталась минута. Я знаю, что я, в принципе, могу пройти, но я не буду пытаться этого сделать, потому что мне слишком больно! Лана, держись. Да, спасибо. Помню, одна девочка узнала, она прыгает вокруг меня. Я надеюсь, что... А, так, еще какая-то. Привет. Это я. Да, надеюсь. Что? О, вы меня поддерживаете, в общем, да. Так, Ёши, ты представляешь, мне все еще не дали первый уровень. Мне остается там маленькая такая малепусечка, в общем, я не знаю, кусочек опыта, чтобы получить первый уровень. Какой кошмар. О, очень обидно. Вообще просто в последнее время для Роблокса одно разочарование просто. О, да, обидно. Слушай, ну мне кажется, что когда ты дойдешь, тебе дадут больше, чем один уровень. Ну, я надеюсь, что мы это с вами не узнаем, да, сегодня не узнаем, потому что это вот этот уровень, который этот я... Этот уровень, да, это кошмар. Да, так, сейчас, ну попробуй. Я вроде его проходила. Тихо. Да. Ой, что дела? Ну, я, короче, почти прошла его. Я на последнем повороте упала, просто потому что я забыла, что там вбок едет эта штука. Ой, ты тоже внизу идешь, привет. Да, я тоже свалился. Я крикнул раньше тебя, кстати. А, да, я, кстати, не услышала. И иногда вот мы с ребятами, когда записываем, бывает такая ситуация, когда мы друг друга просто не слышим. На самом деле. Да, это стрёмно, да. Да. Ты такой говоришь, и просто люди игнорят тебя все. Да, поэтому мы иногда друг другу не отвечаем во время записи. Ну ладно, я попробую сейчас. Ой, прыжочек, Ёж, прыжочек, смотри. Ой, а я уже прошел до прыжочка, как бы. Ну, я в тебе-то и не сомневалась, это ж не у тебя нулевой уровень тут. У меня 34-й. Да, это здорово. Кстати, ты довольно быстро их получаешь. Да я бы не сказал. Ну, не знаю, у меня вот нулевой у тебя. Да, да зачем я сюда спустилась-то, господи? А дальше там, Ёши, какие уровни? Расскажи мне, с высоты достигнутого. Ну, один легкий, потом фиолетовый, на котором через светяшки прыгать, тоже легкий. Ну, если не упасть на светяшку, разумеется. Ладно. Я задумался, я... Ладненько, допустим. Какой кошмар, Лана, это просто сейчас такой стыд был. Я уперся в платформу и шел, и она меня скинула просто. О, господи. Да, прям это такой стыд. Просто стыд. Так, ну Ёж, я прошла этот ужасный уровень. О, молодец, ничего себе. Ну, это потому что прыжок. Прыжок мне очень помог, хочу сказать. Ой, я тоже прошел. Щит? Ой, купили, кстати, щит еще вдобавок. Купили щит! О, спасибо большое, но я хотела по-честному пройти, конечно. Давай я попробую перепрыгивать через светяшку. Да ладно тебе. Ну, так, нечестно, я понимаю, что там первый уровень, там, проходи, но да, так нельзя. Так, ладно, забирайся, пожалуйста. А, я забыла, здесь и время купили. Ну, все какие-то очень щедрые сегодня. Подожди, а с кем ты сейчас разговаривала? Какая Лана? Тут Ланы нет. В смысле? Нет. Ну, я Лана вообще... Вообще-то, ну, нет сейчас Ланы персонажа. Это ж, ты сказала, забирайся скорее. Но некому, Ланы нет. Забираться-то некому. Но я же все равно Лана даже...
вне зависимости от этого. Ну это же не ты там лапками перебираешь и забираешься на платформу. Вообще-то я лапками еще как перебираю, чтобы нажимать пробел вовремя. Слушай, а мы уже близки к финишу довольно. Так, так, так. Я уже... О, привет. Здорово, здорово. А, это предпоследний уровень, хотите сказать? Только осторожно тут, я тебя прошу. Я знаю, что с прыжком здесь вообще непривычно очень. Мои нелюбимые просто пончики. Вот понимаете, я люблю пончики, но не те, которые пытаются вас вот так бросить и прикончить. Вот это вот вообще нелюбимое мое. Нет, Ёши, да ладно, нет, да в самый нет. Низ, в самый низ, вот тут вот черточка была, 69 прям, Короче, осуждаю себя очень сильно. Видимо, все-таки влияет этот психологический момент того, что вы уже проходили тавр, а пройти тавр первый раз очень сложно, очень сложно. Короче, Ёши, ты просто не представляешь, мне не дали... уровень. Это не смешно. У меня уровень 0. 168 уточек, но а почему? То здесь вот должно было быть, ну, совсем маленькая капелька. У меня все еще нулевой уровень. Я никогда не пройду башню. О, это так грустно. Все. Я не знаю, вот здесь мое место, под лестницей. О, ладно, нет. Нет, я буду тут с тобой стоять, и можно, в принципе, на этом, наверное, заканчивать. Да, ну ладно, булку только не впечатывай в стену, я не знаю. Булку, давай, я вот так вот немножко повернусь, чтобы вот булка, вот она, со стороны смотрит на нас. Да, булка, все в порядке, все хорошо. В общем, ребят, я не знаю, честно, стало очень грустно сейчас, но я надеюсь, что все наладится, что мне вернут аккаунт, что я смогу снова проходить тавр, и что все будет... как раньше. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!